здравствуйте. Всем добрый вечер. Я тут первый раз и вообще, честно говоря, на сцене читаю стихи первый раз, поэтому немножко волнуюсь. Ну что ж, начнем. Это стих о женщинах и, скажем так, вашу поддержку. Поэты посвящают им стихи. Художники их пишут на картине. Их образы прекрасны и легки. Так было, будет и есть ныне. Будь то блондинка, рыжая, брюнетка. Как можем мы так говорить, что первая из них всего лишь напросто кокетка, и мыслей светлых в ней не может быть? И откуда такое повелось? Считать, что дружбы женской вовсе нет. Ведь, правда, многим удалось, и дружбе той десятки лет. Хотя и женщины гораздо поболтать, оспаривать, пожалуй, и не стоит. И среди мужчин несложно отыскать, кто с большим трудом свой рот закроет. И что бы мы о женщинах ни говорили, чтоб счастливо и долго с ними жить, чтоб всей душой они любили, мы тоже нужно всей душой любить.